Привет, друзья! Рад сообщить вам, что вчера, 4 марта, на одном из старейших российских лейблов «Бомба Питер» вышел мой альбом под названием «Миниатюры». Это сборник аранжировок для сольной гитары, композиции, которые были созданы в 50-е годы прошлого века с толпами такого стиля, как хард-боп. Это Джон Колтрейн, Майлз Дэвис, Телониус Монк, Тед Дэмерон и некоторые другие. Для этой записи я специально отобрал композиции, которые, как мне кажется, никогда ранее не записывались в сольном прочтении и тем более не исполнялись на сольной гитаре. Это короткие аранжировки, одна тема, 2-3 проведения соло, тема на выход и кода. Пьесы длятся не более 2 минут, отсюда и название альбома «Миниатюры». Ссылка на все цифровые площадки есть в закрепленном комментарии. Я буду очень рад, если вы послушаете и поделитесь мнением об этой записи. Большое вам спасибо. Пока-пока.